что те эффекты, дефекты, которые можно устранить при подготовке, да, автомобиля, мы устраняем. Ну это для государства так называется. И вы попросили на это государственные расценки. Ну, да? Если то есть мы понимаем, что нас государство не активирует в этом плане. Да? У нас есть прескурант, с которым мы знакомы. Замена лампочки идет не по нормам, часам 45 евро в час, да? А написано 18 рублей 30 копеек. Все, мы знаем, что 18 рублей 30 копеек, 100 лампочек нам не поменяют. Теперь мы предлагаем сразу, вот как ягненок, снять шкуру, поджарить себя за бока и прийти к страховщику и сказать, возьми, на, вот он я. Я не получу страховку до тех пор, пока меня страховая компания 5 шкур не спустит. Или вы не попадали в ДТП с маленькой царапиной? Пока страховой агент не выносит вам всю черепную коробку досуха, не протрет ее, вы ничего не получите. И люди судятся годами, не могут получить по КАСКО деньги, по ОСАГО не могут получить. Теперь давайте мы им дадим право выдавать нам технический осмотр. Ну, вообще ничего не получится. Коллеги,